Анжелка, ты у нас мастерица на все руки. Слушай, ну надо же побольше их сделать, правильно? Не одну делать надо, я так думаю. Ну фотографируй. А? А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Вот так давай. О, молодец. Слушай, Анжела. Ну тебе надо хотя бы штук, ну, 20 сделать. Какой 20? Ты чего? А сколько? Я хочу больше 100 сделать. Больше 100? Конечно. Ну больше 100. Так подожди, это же сколько лент надо? Ленточек надо, чтобы около 100. Я еще куплю. Около 100, то ну, да. А теперь сможешь вот эту красать, пока вы не ушли. Ну давай, я еще вот эту тебе тогда нарежу, да? Угу. А ну, слышишь, а если а ты... А вообще-то не надо. Сказать почему? Почему? Чтобы оно не пачкалось, надо вот это через расходник. Ну правильно, сперва вот это, а потом то, да. Я тоже об этом так думал. Хм. Ну пойми, это тебе на целый день работы тут. Вот здесь на целый день. Ну, в принципе. Слушай, а если... Не, если... Крупным планом. Спасибо. Только ты хоть эти фотографии хоть сделай. Ну а чё? Крупный план — это крупный план. Ну что ж, Анжелика у нас готовится к празднику. Не просто, а серьезно, да? Даже больше, чем серьезно. То есть большей ответственности. Да. Хорошо. Ну что ж, не буду вас тогда отвлекать. Упала ленточка, одна упала. Вот. Я ее подниму тогда. Поднимаю тебе ленточку вот эту. Не теряй ленточки. Не буду. Не теряй. Главное, чтобы все было хорошо. Так, в принципе. Ну все тогда. Да.